В нашем поселке, да и по всей России, впереди холодные морозные выходные. Но я постарался к ним подготовиться. Скоротаем вечерок с китой холодного копчения, кальмарами холодного копчения, с нерочкой холодного копчения. А еще для любителей пенного хребты. Ну и, конечно же, куда без кижуча. Кижуча это топ. Копчением я занимаюсь с 2016 года. Сначала у меня была своя коптилочка, которую я построил сам. Впоследствии я приобрел коптильню «Москит». И на ней я работаю уже полтора года. Коптите, друзья, все у вас получится. Работайте. Терпение и труд, все перетрут. Ну и мечты не работают, пока не работаете вы.